Друзья, сегодня мы с вами вновь отправимся в мир рыбовых, в игру под названием Fish Fit and Grow, а я стану рыбовым зомби. Меня зовут Перпетум или же Александр, всем доброго времени суток, уважаемые друзья. Давненько мы не плавали по океану, не ели крабичей, не перекусывали акулами и... Вау, у меня даже немного... сияет плоть. Кстати, у меня нет глаз, если что. Я безглазый рыбов. В общем, сегодня мы попытаемся вырасти и съесть всех обитателей этого океана. И первыми, наверное, на закуску у меня будут старые добрые бибосы. Ой, это не бибос, извини. Подожди, бибосы у нас плавают где-то тут. Оп, креветка. Ну, давайте, наверное, для начала съедим креветку. Опыта мы за нее получили маловато, но тем не менее... И друзья, бибосы тоже мои друзья. И друзья, если вам понравится этот видос, или вы хотели бы меня поддержать, или хотели бы видеть больше видосов про рыбов и бибосов, вы можете поддержать меня с помощью лайков. Так, бибосы плавают быстро, и поймать одного хотя бы из них удалось. Воу-воу-воу, ты не бибос. Это, слушай, акула, ты, наверное, не на того напала. Я вообще-то зомби рыбов. Если ты до сих пор не поняла, я зомби рыбов. Это была ошибка. Ой, какая это была ошибка. Еще одна акула. Я полностью восстановил себе здоровье. И это не меня заперли с вами. Это вас заперли со мной. У зомби рыбова особенность в том, что он наносит сильный первый удар. И это большое преимущество, то есть мы атакуем соперника. Куда? Та-т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 а. А вот это опасность. А как? А я не могу вырваться, нет! Только не это! Я так мало пожил. В общем, что я хотел сказать, друзья? Я могу это съесть? Я хотел сказать, что у меня есть преимущество, когда я на кого-то нападаю, потому что первый удар, первый укус очень мощные. Опа. Промахнулся. Я могу нанести сразу кучу урона и по итогу выйти победителем. Но главное нападать первым. Рыба... Попугай? Ха. Я тоже своего рода рыба-попугай. Я тоже довольно цветной. Смотрите, у меня тут зеленый, фиолетовый, красный. А как я вообще существую? С учетом того, что у меня нет спинного мозга. У меня позвоночник буквально вырван с корнями. Ну ладно. Вообще, зомби-рыбов, наверное... Да стопудово существуют зомби-рыбовые. Я почему-то уверен. Ну, не в том плане, как прямо зомби-зомби, а в том плане, что... Они ничего не соображают и просто такие... Есть! Кушать! Есть! Кушать! Кстати, креветка-богомол могла меня сильно ударить током, но она этого не сделала. Эх, рыба-клоун! Рыба-клоун! Сюда иди. Ты чё? Так... Слушай, меня сюда. Это моя еда была. Я съем тебя по 7 урона. Ничего себе. Кто кого перебьет? Так, ну вроде все-таки зомби-сила взяла верх над креветочной силой. Малыш, ну, странно, что ты не уплыл никуда. Да, я понимаю, что ты живешь в кораллах и так далее, прячешься там. И расцветка у тебя, наверное, нужна для того, чтобы прятаться. Но... Я же тебя видел! И у меня нет мозга! Но глаза-то у меня присутствуют, я же тебя видел. Так, еще один богомолыч. Трогать я его, наверное, не буду. Поплывем к бибосам. Бибосы. Бибос, бибос, бибос. Опа, морская звезда. Не могу... Кто там, что там? У тебя какие-то проблемы? Если у тебя какие-то вопросы имеются... Опа! А куда это ты собралась, моя ты дорогая... Моя ты дорогая акулка. Оп, не разогнался, поэтому мало урона нанес. Ты меня еще отбивать будешь? Я ж тебя поймаю, все равно, так или иначе. А знаете... Ого. Знаете, друзья, имеет смысл наносить несколько ударов по противнику. То есть мы выплываем, делаем один жесткий кусь, потом отплываем, разворачиваемся и делаем мега жесткий кусь. И в итоге... Враг повержен. Но для этого нужно делать кусь. Опаньки. Мне показалось, или это рыба-парус? А, это рыба-меч. Так.
Под камнем, думаешь, я не вижу, да? Здрасте. Как поживаете здесь? Скатыч. Так, а где у нас вообще рыба бибосовая? Скат. Умирай, умирай, скат. Крабикс. Здрасте. Меня зовут Рыбов. А вас как зовут? Вы тоже Рыбов? Вы съедобны или вы просто показываете себя? А, можно было целиком проглотить. Ну ладно. Могли бы и сразу сказать. Так. Я хочу взять реванш у Бибосовичей. А я не туда плыву. Я немного потерял... Не-не-не, туда-туда-туда-туда-туда-туда. Я немного потерялся в местности. Я давно не играл. И, разумеется, какие-то нюансы забыл. Мы сейчас проплывем вдоль берега. А что это меня вверх тянет? Течение. Проплывем вдоль берега. Аккуратно свернем направо. И там будет дом Бибосовичей. Так, а ты? Ладно, уговорила. Я не хотел тебя есть, но ты не оставил. А что это вас тут двое? Оп, 28. Не, слушай. Боялся, боялся парусника, но... зря это делал. И еще один большой плюс мелководья в том, что ни один враг... Я улыбаюсь? Я улыбаюсь. Ни один враг, большой, крупный какой-то хищник, сюда не заплывает. Поэтому единственным крупным хищником здесь являюсь я. Ну, относительно других крупным, конечно. Так, а я почему-то вообще не понимаю, что происходит. Бибосович, мы что, может, не в ту сторону плывем? Да в ту вроде. Да, вот оно! Ха-ха, приплыли! Здравствуйте, я вернулся. А где акулычи? Бибосовичи? Бибосовы! Бибосовы, вы где? Можно спуститься вниз? В грот, но там будут акулы большие. А где, погодьте, а где все вообще? А бибосовы выйдут погулять, или они сегодня в другом месте тусуются? В смысле? А как тебя, а в смысле, плыви назад, а? Ладно. Так и быть. Сделаем вид, что я не промахнулся, а просто решил тебя не есть. Я вовсе... Я добрый, я добрый. Я бы не стал бы тебя есть, даже если бы ты сам заплыл ко мне в пасть. Не стал бы, абсолютно точно нет. Так, Пусим ежами, прочистим зубы. Нет, серьезно, тут должно быть много рыбовых. Но я ни одной тут не вижу. Они все либо съедены... Так, туда я точно пока не плыву. Либо что. Я не знаю, либо что. Тут никого нет. Мы распугали, может, своим внешним видом всех? Только креветки вон плавают. Фитопланктон какой-то, и все. Рачки маленькие. Может, внизу они притаились, нет? М-м. Знаете, никого нет. Получается, я зря... А как развернуться-то теперь? Получается, я зря плыл сюда. Это даже обидно. Хорошо, поплывем в обратном направлении. Опа, ну хоть одна рыбешка. Я тебя просто проглочу, вичу. А что, ты не глотаешься? Ладно. Я могу и откусить тебя. Оп. Эй. Ладно. Эй, я не могу догнать ее. Кстати, друзья, знаете, в чем преимущество рыбового зомби? Ему не нужен воздух, голяв! А чего только 12 урона? Ага. Ты еще и сопротивляться будешь, огрызаться? У него больше 100 хп, насколько я помню. И грызть его придется не так долго. Но опыта дадут, нормально, сразу 5 уровень будет. Пум. Перекусон. Да, 5 уровень, отлично. 64 хп. Сила укуса тоже наверняка возрастет. И я уже могу пободаться с акулами. Найти бы их еще. Дельфины? Может мне перекусить дельфинами, чтобы разнообразить свой рацион? Как считаете, друзья? Может перекусить дельфинами и правда?
Найти бы их еще. У меня стойкое ощущение, вот, кстати, и они, что кто-то плавает здесь и съедает всех бибосов. Возможно, в мире рыбовых бибосы это очень серьезный деликатес, и за него идет нешуточная битва. Даже вкуснее, чем дельфины. Пытается уплыть, но нет. Не-не-не, а это касатка. Это даже не дельфин. Или это дельфин такой формы был странной? Вот это дельфин. Дельфин. Оп. Да, это дельфин. Занятная мордочка у него, конечно, миленькая. Кого бы еще отыскать тут? Ага. Есть перекусон. Так, ну я предлагаю отправиться уже на глубину побольше. Сразиться с ребятами посерьезнее. Оп. Двойное съедовение. Двойное съедовение. А, рыбошар. Надувной рыбов. Сейчас мы тебя тоже определим. На место в желудке. Определим, определим. И вообще, раз у меня есть такая способность наносить быстрый удар и при этом сильный, было бы логично видеть у меня и большую скорость плавания, да? Чтобы я мог стремительно, как пуля, вгрызаться в тела своей добычи. Привет. Я вас всех съем. Я вас всех съем. Я съем вас всех. Я съел вас всех. А кто это у нас там? Здорово. А кто это у нас тут был? Вот вы и попались. В сети. Я плавать быстрее начал, друзья мои. Но главное не преодолеть тот рубеж, когда я стану крупным и при этом очень медленным. Я хочу быть средненьким, ну и быстрым, и сильным. Это в идеале. Проглотил. Так, сейчас 15 уровень будет. Ну что ж, друзья мои, поплыли тогда на глубину? Куда-то сюда? Пора погружаться? Нет, не пойдет так. Как она лавирует, а? Как она уворачивается от моих укусов, от моих ударов? Идеально это делает. Но ее это не спасло. Вот где тот самый корабль. Это мясо? Это мясо. И тут уже, ребята, посерьезнее. Я вижу тень, но я не... А, вот кто это плавает. Вау. Она меня глушила. Это что такое? Это что? Я такое вижу впервые. Она буквально меня оглушила. Она напала на меня, и у меня все посерело, почернело. Я был оглушен. Это мегалодон был или просто большая акула? Ну правда, друзья, странно. Ладно, давайте попробуем какую-нибудь другую рыбу. У нас есть пайк-зомби вот такой, но разница у них, ну по сути, наверное, никакой-то и нет. 39-39, да? Пайк-зомби-грин, то же самое, 39. Но у нас есть какой-то дрейд. А чего бы нам не попробовать дрейда, а? Что это за рыбово? И почему у него так много хп? Это, погоди, подожди. Подожди, тормози. Ну я ж только появился, ну. Где что происходит? Да, хорош. Я атакую, кстати, тоже. И, по-моему, я победил. Очень медленные укусы, но... Довольно сильные. А что у меня за способность? Я не посмотрел. Ладно. Нарисована широкая челюсть. А, я, наверное, могу глотать большие объекты. В этом суть. Наверное, да. Так, мы и попробуем развиваться, но... Да кто там опять ко мне лезет? Да что вам тут надо всем-то, а? Даже... Победила, смотри, победила. Но я в очень неудачном месте появился, правда.
Вот, у меня очень большой... Ты что, толкаешься? Не, пока проглотить не могу. Очень медленные. Да, дурение медленные. Очень. Челюсти еле открываются. Мне нужно хоть немного раскачаться, чтобы я мог проглатывать рыб целиком. Явно не на... Ладно, я хотел этот кусок мяса украсть. Но, пожалуй, сделаю ноги. Я просто, пожалуй, уплыву. Не гонятся? Нет. Все, меня там не было. Нужно питаться рыбешкой поменьше. Например, вот этими штуками. И еще вот этими ежами. И, возможно, даже и вот этим ежом. А что еще мы можем проглотить сразу целиком, чтобы быть классными? Оп, проглотил. Я, в принципе, всегда могу держать правую кнопку мыши зажатой, чтобы глотать все подряд. Когда-нибудь я и мегалодона смогу проглотить. Такая возможность явно предусматривается. Тебя я проглочу. А если я что-то не могу проглотить, то я это просто попытаюсь перекусить. Не-не-не, все. Хорош. Остановочка финальная. Что? Где опыт? Почему так мало опыта? Я будто больше опыта получаю, когда проглатываю целиком рыбу. Ну, наверное, так и должно быть, как механика, знаете, именно этой рыбы. Особенность ее, что растет она именно от проглатывания. Но не все же я могу проглотить еще, в этом печаль, тоска. Ладно, за надувную рыбу дадут много опыта. По 10 хп увеличивается, здоровье это мало. Мне нужно хотя бы хп 200-300, чтобы я мог всех проглатывать. Опа! За акулу всегда дают много опыта. Абсолютно всегда. А все, акул. Не-не-не-не-не-не-не. А сколько у тебя здоровья, я не понял. Нет, погибнуть-то она погибла. А этот кусок не могу, да? Проглотил! Никогда не говори «не могу», просто бери и делай. Оп. Никогда не говори... У меня глаза нет? А где мой глаз? У меня нет глаза! Почему у меня нет одного глаза? Я же не зомби рыбов. А все равно плаваю без глаза. Ну и ладно. Эть. Куда заплыть? Качаться на ершах, на ежах. По 14 дает. Кто-то. Опа! Еда. Открой пасть. Он даже пасть не всегда открывает, когда ты ему говоришь, нажимаешь. Оп. Вот тебя долго придется грызть, но оно того стоит. Стоит. Я сказал, стоит. Ты тоже любишь глотать все подряд, да? Я тоже. И нам не место с тобой вдвоем в одном месте. Победит только один. И проглотит весь океан. Либо ты, либо я. И это уж точно будешь не ты. А может быть и не я. Ну и не ты. Потому что тебя сейчас я съем. Это же понятно всем. Только бы тебя перекусил. Опа, перекусил. 117 хп. Отличненько. О-о-о. Хочу следующий уровень. Но вы посмотрите, какой он медленный. Если плавать через shift, быстро заканчивается энергия. А если просто плавать, вообще, я буду 1000 лет плыть из одной точки в другую. Кто-то агрессивный? Кто там? Где? Не вижу пока никого. Музыка заиграть заиграла, а видеть кого-то не вижу. Есть. Вот, это я плыву. Это скорость плавания. Да что с камерой? Скорость плавания. Чтоб вы понимали. Вот это вот я плыву. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А куда делись акулки? Хып. Я думал, проглочу ее сразу. Оп. Да как? Жива еще. Открой пасть. Давай. Развернись. Да нет, я уже большой и должен уметь проглатывать ее. Ну, серьезно. Но пока не могу.
С пятой попытки рот открывается. Ладно. Это нормально, видимо. Это абсолютно нормально. Такая рыбова. Просто, Саня, пойми это. Такой рыбов. Вот тебя я точно могу проглотить. Вот стопудово. Да. 33 опыта. Нам бы стаю какую-то найти, влететь в нее на полном... Простите, товарищи, рыбова большая, сильная, красивая. Я не общаюсь пока с вами. Я пока не готов. Мне нужно что-то помельче. Помельче. Типа рыбов-молотов. Странно, что эта гигантская акула на меня не отреагировала. Она просто поплыла дальше. Будто бы я тоже очень большой. И она решила не связываться. Хотя, она бы меня укусила раза два, и я бы умер. Ну, а за один раз, конечно, нет. Но за два укуса 100%. Я бы 100% погиб. Два укуса, как пить дать. Инфа сотка, 120. 135. Тюрють, оп. Тюрють. Сколько дадут ХП на следующем уровне? 154, нормально. Арбузы морские съели. Сундук. Никого не вижу. Ой. Большая. Оба. 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 Так. Так, 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 так. Очень много опыта. Очень-очень много опыта. Я уже начинаю проглатывать всех целиком. Но этих я не догоню. Эй, не догоню никогда в жизни. А, ты сама пришла ко мне? Ну давай. Драться-то давай. А я не, слишком неповоротливая. Вот бы проглотить бы ее целиком. Не, она убила. М-м. Я ее не видел. И удрать бы я от нее не удрал. Ну ладно, друзья, на этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, вам понравился этот видос. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, удачи, пока и счастья вам. Берегите себя. Пока, друзья.